Группа Fusion Port поаплодировали. Роман Гринёв. Замечательные музыканты, замечательная музыка. Роман, пару слов о своем инструменте, о вашем коллективе. Я хотел бы представить состав, который поддержал меня сегодня. Сплошь мои лучшие любимые музыканты, коллеги и друзья. Петр Ившин, барабаны. Отличный пульс. Александр Староверов, гитара. Автор последней композиции. Роман Соколов, тенор-саксофон. Верхний голос. И кто еще был? И, конечно же, как я мог забыть, Дмитрий Лугдин, клавишные. Группа Vision of Sound. Роман Гринёв, бас. Роман скромно промолчал. Еще раз поаплодируем. Роман Гринёв, группа Fusion Port. Дело в том, что у нас тематический вечер. И хочу еще представить инструмент, на котором Роман играл. Это бас-гитара, еще изготовлена из деталей самого Лео. То есть не лично его, конечно. Но это инструмент 65-го года, замечательный джаз-бас, который вы только что слышали, который имеет настоящий тон, собственно, благодаря которому эти инструменты стали знаменитыми, самыми знаменитыми в мире. И в 60-х, 70-х 7 из продаваемых 10 бас-гитар были бас-гитары Fender. То есть, и Лео практически перевернул весь мир. Он немножко оставил, может быть, контрабасистов без работы, но благодаря ему мы слушаем этих замечательных музыкантов, которые пользуются этими инструментами. Я не знаю, сейчас будет ли звук. Я вообще играть не планировал. Хочу представить другой коллектив. Это замечательный наш музыкант Антон Давидянс. Со товарищами! Честно говоря,